Дороги во дворах. Многие не ремонтировали десятилетиями. Президент Красносельский выступил с инициативой. Хотят, чтобы деньги на дворы выделяли из дорожного фонда. Вопрос обсудят в Верховном Совете. А пока сюжет из Бендер. Бендер и микрорайон Ленинский – одна из пятиэтажек. Во дворе видим яма на яме. Когда дождь, местные рассказывают, здесь все затапливает, потому что нет ливневок, и к подъезду можно пробраться только вплавь. Просто озеро, здесь купаются. Я когда мне было 10 лет, я вот здесь купался. Когда мне было 10 лет, вот здесь мы всегда в луже игрались и плавали вот здесь. Поэтому это не делают, не сделано никогда было, никогда. И посмотрите дальше, там что творится. Там тоже на машине ты не проедешь. Видите, вон где нарыто все. Там точно так же все топит. Эти многоэтажки по улице Победы в низине в дождь. Вся вода стекает сюда. Фундамент подмывает, дом оседает. Единственная ливневка давно забита грязью. Местные отправляют такие фото депутату. Здесь надо начинать с ливневки, потому что это бессмысленно. Через 2 года здесь будет то же самое. У нас очень часто, у нас климат такой, вы знаете, что переход через ноль постоянно. Да, и это очень быстро разобьется. Ремонта здесь не было со времен СССР и так по всему Ленинскому. 45 лет живут, но здесь не было никакого ремонта. На дорогах ничего не было. Так сейчас у подъездов старый разбитый асфальт, пенсионеры обходят ямы. Тут в основном пожилые люди все, за 80. Идут, они же не видят, они даже с палочкой идут, понимаете, раз споткнулась, упала, поднимаешь. До этого сын поднял еле-еле, женщина полная, так упала. Меряем ямы рулеткой, вот 18 сантиметров, такой можно и колесо оставить. Я обижаю все. Слева вправо, справа влево. Лужи людям очень неудобно. Родителям приходится с колясками таскаться, тем более здесь детская площадка. Проблему разбитых дорог во дворах обсудят в Верховном Совете. Есть инициатива президента Красносельского, чтобы ремонтировать такие участки за счет дорожного фонда. Сейчас ремонтируется точечно за счет каких-то программ фонда наказов избирателей. Других вариантов нет. И других вариантов сегодня нет. На сегодняшний день из средств дорожного фонда нельзя финансировать ремонт внутридворовых территорий, вот этих вот, на которых мы находимся. Инициатива президента, если так упростить, заключается в том, чтобы разрешить за счет средств дорожного фонда ремонтировать внутридворовые вот эти вот проезды. Нельзя затягивать, а нужно как можно быстрее довести этот законопроект до ума, принять в окончательном чтении на подпись президенту для того, чтобы мы эти вопросы могли начать решать. Люди ждут ремонта, а пока на Ленинском продолжают пробираться через ямы. И лужи, как бассейн, остаются развлечением для детей.